Это фатальное поражение танка, при котором сносит башню, прозвали в честь детской игрушки эффектом чертика из коробки. Такое явление часто происходит из-за конструктивной особенности некоторых танков, которые используют автомат заряжания, а боеприпасы хранят на карусели в башне в боевом отделении вместе с экипажем. В случае пробития корпуса ударная волна может вызвать детонацию всех боеприпасов, создавая избыточное давление внутри герметичного отсека танка до тех пор, пока он не взорвется наружу через самое слабое место, а именно кольцо башни, полностью отрывая ее от танка. Чтобы максимально снизить шансы такого эффекта, в Абрамсе вместо автомата используют заряжающего, а для боекомплекта предусмотрен отдельный отсек, отделенный от экипажа бронедверью с механическим приводом, которая открывается только на пару секунд каждый раз, когда нужно взять очередной снаряд.